Сирийские военные тем временем обнаружили в окрестностях Пальмиры массовое захоронение. Из-под земли извлекли 42 тела. Более половины погибших – мирные жители, в том числе женщины и дети. Остальные – солдаты или ополченцы. Многие из них были обезглавлены террористами во время показательных казней, которые те не раз устраивали в Пальмире. Тела отправили в Хомс. Некоторых жертв уже удалось опознать.